Москва, Рязань, Москва. Автопробег с таким названием стал открытием сезона для представителей клуба «Автомобили». Они сами коллекционируют ретро-машины, сами их восстанавливают, а потом садятся за руль. Романтика дороги, да и только. В клубе представлены 80 уникальных автомобилей. Конечно, их все показать рязанцам не удалось. Но те 30 культовых авто, которые проехали по улицам города, вызвали массу эмоций. Все автомобили понравились. Очень классно они все сохранились. Ну и люди молодцы, то, что сохраняют их, да, как память, такую красоту, такую историю. Ну а какие автомобили, может, поразили? Да все, чем старше, тем лучше. Кадиллаки, вот прям, Мерседесы, вот все прям очень сильно понравились. Вспомнил свою молодость, вспомнил, как изменился парк автомобилей, поэтому очень неожиданно, очень приятно, что в Рязани такое событие происходит. Красивые машины. Интересно посмотреть. Все машины в клубе, независимо от возраста, полностью прошли технический осмотр и соответствуют современным нормам эксплуатации дорожно-транспортных средств. Юрий Амосов восстановил ЗАЗ-965, более известный как «Запорожец». На нем и приехал в Рязань. Он признается, машины не просто хобби, а образ жизни. Мы живем автомобилями. Все здесь, все люди, которые находятся здесь, живут автомобилями. Мы ездим во всякие пробеги, постоянно занимаемся ими. Ну, в общем, автомобиль – это наша жизнь. Еще одна культовая машина – Cadillac DeVille 1966 года. Имеет трехступенчатую коробку передач, электростеклоподъемники, систему климат-контроль, электропривод переднего дивана. Двигатель у этого автомобиля 8 цилиндров, расход топлива 3,5 литра на 100 километров дороги. Cadillac DeVille имеет 230 лошадиных сил и может разогнаться до 120-140 километров в час. В общем, мечта, а не машина. В прекрасном состоянии ее поддерживает владелец. Один из моих коллекционных автомобилей, Cadillac DeVille 66 года, был приобретен порядка 8 лет назад. Ну, достаточно в таком унылом состоянии. Прошел полную 100% реставрацию. Ну и вот на сегодняшний день выглядит автомобиль вот так, оригинален. Восстановлен. Клуб автомобилей существует более 12 лет. За это время все участники стали практически членами семьи. Во время автопробегов они связываются друг с другом по рации. Все вместе они объехали большую часть России, побывали на своих авто за рубежом, а в 2014 году первыми посетили Крым. Руководитель клуба Игорь Найговзин в Рязань приехал на красном «Мерседесе». Это машина «Мерседес», модель 115. У этой машины сегодня большой праздник, как у нас у всех, потому что сегодня первый выезд после реставрации. Полтора года наш клуб, у нас своя мастерская, мы реставрируем автомобили, в том числе вот эта машина сегодня сделала первый выезд после реставрации. «Мерседес 115» обладает такими техническими характеристиками, которые позволяют поставить его в один ряд с современными автомобилями массового производства, говорит Игорь Найговзин. Помимо представителей иностранного автопрома, в Рязани представили такие машины, как «Волга-21» и «24» и «Москвич-408». Сейчас клуб автомобилей отправился дальше колесить по всей стране. Но ребята обещали вернуться к нам в начале августа. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».